feeling Yeezys. Yeah. Пау-пау-пау. Damn, son. Здорово, Нёчек. Ай, Данчик залетел. Если бы я была черная, я бы с ним замутила. Ты в свои 13 лет знаешь уже, что такое косяки? Да. Да. Не употребляйте наркотики, дети. Да, да. Просто поганое, господи. Если неправильно отвечаешь, то показываешь сиськи и забираешь педаль. Договор? Давай. Да, да, да. Поехали. Даже если нет кэша, мой лук фэшн. Чё почём на связи, мода улиц, экшн. Всем привет, мои дорогие шмотодрочеры, на связи Хэйвэн, канал Чё Почём, и сегодня у нас новый выпуск. Ну а перед тем, как мы его начнем, вы его смотрите уже, кстати, в новом году, в 2019, а значит, я должен вам пожелать здоровья, счастья, потому что если мы счастливы в голове, мы счастливы в реале, и успехов. Успех притянется, мы сами его создаем. Короче, с Новым годом, друзья! Пусть этот год будет лучшей версией 2018 X3 X10 для вас. Искренне вам желаю. Ну а если вам нравится то, что я делаю, обязательно под этим роликом я хочу увидеть 20 тысяч лайков, пару тысяч комментариев ниже. Подписывайтесь на мой инстаграм, если вы этого еще не сделали, я там разыгрываю деньги. Поставьте подписочку и колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Бытует мнение, что иногда ютубчик не выкидывает оповещалки о том, что мои ролики выходят. Ну а вы же не хотите их пропускать. Я увидел, что этот формат вам понравился, соответственно, я его продолжаю. Давайте, на повестке дня сегодня у нас Easy Boost Non-Reflective 350. Эти кроссовочки просто пуля. Oh, you touch my tra-la-la. За ними охота, за ними слежка, и Heaven сегодня будет их раздавать. Также еще смотрите внимательно ролик, потому что где-то там будет зарыт конкурс на 5000 рублей. Только будет один победитель и заберет целых 5 кусков сразу. Ну а сейчас мы начинаем. Скажите, вы готовы? А теперь погнали. Посмотрите на этих малышей. О боже, какие они сладкие. Ох уж эти рефлективы. Этих малышек сегодня получит один счастливчик, который верно ответит на мои 10 простых вопросов. У него есть право на одну ошибку, но в случае, если он допускает ее, он заберет этих малышей только лишь после того, как выполнит мое желание. Какое оно будет, смотрите ролик до конца. Ну, а если он не допустит, я просто отдам эти кроссовочки ему, и он уйдет счастливый домой. Ну, а мы начинаем. Погнали. Привет, бро. Здорово, Нёчек. Ай, Данчик залетел. Да, я даже не ожидал, если честно, вас увидеть. Я только смотрю в последнее время с экранов. Бро, если честно, мне даже не жалко будет, если ты их выиграешь, потому что я знаю, ты шаришь за стиль, шаришь за фэшн. Будет их выиграть. Кири, Венчики, все полетело, да? Бля, Икс даже на кепке. Да, он всегда со мной, в моем сердце. Привет. I am a Russian YouTuber. My name is Heaven. We will speak in Russian or English? Both. Окей. Okay. Привет. Привет. Как зовут? Гриша. Сколько лет? 13. Это не ты мне гневные комментарии пишешь? Зашкварился, отписка? Нет, чё? Козёл. Точно? Да. О, Артём Кой, ты что ли? Ты что тут делаешь? За изями пришел. За изями. А ты когда мимо вот тут проходил, я думаю, показалось ли, показалось, не показалось. Артём Кой, собственной персоны. И да. Сегодня ты будешь мне доказывать, что ты действительно шаришь за культуру. Я всем докажу. И не да, и не только мне, и вам, друзья. У вас что, GPS-навигатор на меня стоит? Эй, йоу. Здорово. Как зовут? Егор. Сколько лет? 16. Прикольная притча, кстати. Первый вопрос. Паша Техник, автор какого хита? Владимирский Централ, когда мы в клубе Чиксы танцуют, мало половин, нужен Ксанакс. Давайте я подсказку дам. Мало половин, мало половин. Флексил, когда он под этот трек. Мало половин, мало половин. Я открываю мир других мужчин. Ну, Паш Техник, это, блядь. Король андеграунда, конечно же, нужен Ксанакс. Последний вариант. Нужен Ксанакс? Да. Нужен Ксанакс? Ксанакс. Чё? Нужен Ксанакс. Ты чё так уверенно отвечаешь? Я знаю. Блядь, Паш Техника, знаешь? Ну, я именно этот трек слушала. Друзья, вот сейчас точно нужно лайк вгрузить, а девочка знает Пашу Техника, девочка мечта просто. Кстати, инстаграм оставим? Да, инстаграм обязательно. Можете... Все подписывайтесь, кто еще не подписан. К Дашке ворваться. Всех примешь? Конечно, у меня открытый инстаграм. Извините. I'm gonna lose. No. I believe in you, and you must believe in your power and strength. Let's go, baby. Let's go. Let's do it.
А Паша, конечно, Ксанакс. Ну, любим. Стой! Останови ее, останови камеру. Я в майках сижу. Не дело. Так лучше? Вот адиков только не хватает, слышишь? Шеф! Адики! Держи. Спасибо, бро! Топовые. А еще топовый сервис и топовая локация. Спасибо братьям из Adidas Originals галерея за локейшн и за такой топовый сервис. Да, четвертый вариант, нужен Xanax. Ты да, уверен? Да. Поздравляю тебя, идем дальше. Hello, darkness, my old friend. Это было правильно. Паша, респект. Бляди вы все нахуй. Второй вопрос. Каким брендом Nike сделал коллабу, которая навела шумихи перед Новым годом? Louis Vuitton, Fear of God, Supreme, Heat. Fear of God. Ну это заявка, блядь, друзья. Fear of God? Yep. Шарит, смотрите, идет уверенной походкой, так сказать. Ладно, давай тогда Supreme. Все-таки Supreme, я думаю. Все-таки Supreme, да. Не Fear of God, Supreme. Нет, все-таки Supreme. Братан, ты так был близок. Это все-таки Fear of God. А, да? Да. Ну, если бы это было в прошлом году, я бы ответил Off-White. Но в этом Fear of God, это уродство поганое. Господи, это ж пиздец. Fear of God. У меня дядя хотел себе что-то Fear of God купить, а вот что я не помню. Ага. Наверное, Nike. А, Fear of God? Да. Окончательный ответ? Ну, да. Это правильно? Грех. Красавчик? Hair of God. 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 Of God, как переводится, Даша? Бог. Бог. Типа, Hair Бога? Что ты несешь, Даша? К чему ты клонишь? Fear of God. Вопрос. Страх Бога. Страх Божий, не Hair Божий. Кто мог так? Кит, по-любому. Кит, думаешь, да? А я думаю, Fear of God, кефир. Кефир Божий. Кефир Божий с Найком. Ну, это странно, да? Давай же Кит и все. Кит. Бомбим Кит. Да. Ну, не говори, нет, что вы не правы. Вы не правы, вы сгорели. Нет, я так и знала, я сказала. Fear of God. Wow, you are right. Do you know Jerry Lorenzo? Supreme. Нет, там Fear of God. God, да. Fear of God. Fear of God, Jerry Lorenzo выпустили вот только-только кроссовки нашумевшие. На ресейле стоят каких-то сумасшедших денег. Straight from Mexico, calling Quintana. God damn. Сейчас будет лайфхак, друзья, как не напрягаясь, новые изики взять и вообще не нужно даже ни на какие вопросы отвечать. Вы видели это? Просто взял и вышел. Шишел, мышел. Я взял твоя бу, и я ее ебу, и мой... Какой из этих рэперов давал объявление о поиске специального человека, который будет крутить ему косяки с фиксированным ежемесячным окладом? Lil Uzi Vert, Post Malone, Waka Flocka Flames, Snoop Dogg. Блин, это либо Snoopy, либо Waka Flocka Flames. Ну пусть будет третье. Waka Flocka Flames. Блин, ты фартовая вообще какая-то, реально? Да? Реально? Ну да, ты попала. Правильно. Да, этот чувак реально ищет чела, который будет крутить ему сплифы за бабки. Йоу. Ну, если косяки, я думаю, и кто больше всего курит косяков, я думаю, смотрю. А, ба-ба-ба, это тебе поддых было, нет. Пусть будет Uzi Vert, я не знаю. У тебя? Да. Окончательный ответ? Да. Бам, ты сгорел. Я думаю, что это Snoop Dogg. Нет, бро, к сожалению, нет. Waka Flocka Flame. Wow! You're right again! Feeling Yeezys. I'm feeling fresh Yeezys. Fresh my drip severe swag. Верите, ну, нет, проверяйте. 2013 год, заходите в твиттер к этому человеку, его зовут Waka Flocka. Он платил 25 тысяч долларов за то, что чувак будет сидеть с ним, где бы он ни находился, хоть даже будь он в телке, будь он на телке, будь он с мамой, будь он дом, он будет ему сидеть крутить крысяки за 25 тысяч долларов. И если честно, в 2013 году я тоже думал, что я, бля, пойду к Waka Flocka и буду крутить ему за 25 тысяч долларов косяки. Но оказалось, что просто он приехал через полгода, дал концерт, и мы просто с ним курнули бесплатно. Не употребляйте наркотики, дети. Да, да. А, до 18. Идем дальше. Ты в свои 13 лет знаешь уже, что такое косяки? Да. Да. Ну, Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert? Да. Думаешь? Да. Нет, братан. Давайте Snoop Dogg тогда. Snoop Dogg? Да. Бэм! Нет. Давай Waka Flocka Flames. Waka Flocka Flames. Ты уверен?
Нет, но я отвечу так. Наверное, предпоследний. Наверное, предпоследний. Да. Ну, что думаешь? Ну, я не думаю, что это Snoop Dogg. Ну, скорее всего, не Snoop Dogg. Это вот самый вероятный. Это вероятный, да, ты нас решил запутать. Не может быть. Ладно, Back of Like a Flame, это правильный ответ. Я скажу, друзья, что у меня состоялся дроп моей коллекции Antidot в черном цвете, вот такой вот худи. Поэтому, если вы хотите себе крутую и качественную худи к Новому году, быстрее ныряйте по ссылочке в описании и приобретайте, потому что их осталось мало. И они стоят 3 500 рублей. Это прайс худи на минуточку в Шендеме. Поэтому зачем покупать Шендем, когда можно купить Antidot? Ссылки будут в описании. Заказывайте. Ну а мы бежим дальше. Там. Какая рэп-пластинка в 2018 году впервые в истории была удостоена Пулитцеровской премии? Это была первая не джазовая, не классическая музыкальная работа, удостоенная этой престижной премии. Astro World, Travis Scott, Scorpion Drake, Kamikaze, Eminem, Damn, Kendrick Lamar. Ну? Scorpion тогда, не знаю. Я просто... Да нет же, нет же! Kendrick Lamar? Kendrick Lamar! Sure! I'm failing! What the hell? Ну да, Трэвис Скотт. Трэвис Скотт. Ну да, по-моему, все чарты взорвал. Короче, это был Кендрик, и я, блядь, если честно, очень сильно удивлен. Ну, Ламар, конечно же. Вообще, классный альбом. Очень, очень топовый. Если б я была черной, я бы с ним замутила. Чего? Серьезно? Ну, why not? Ну, наверное, Ламар. Кендрик Ламар с альбомом Дэм. Ну, я думаю, все-таки Эминем. А что решил этого Кендрика обделить? Ну, тогда Кендрик. А, вот так переобулся. Да? Правильно? Да, да, я слушаю американский рэп, да, все, пусть в финале. Я обожаю эту песню. Четверочка. Это правильный ответ, черт возьми. My left stroke just went viral. Right stroke put little baby in the spiral. Кто из музыкантов вывел бренд Бэйб на мировой уровень, просто нося его? Фаррелл Уильямс, Джастин Бибер, Эд Ширан и Риана. Первый, наверное, вариант. Я чувствую, как у тебя ладошки вспотели, братан. Ты уверен, что это Фаррелл? Да. Могу предположить, что это первый вариант — Фаррелл Уильямс. Могу только угадать, потому что, честно, не знаю. Ты права. Это Фаррелл Уильямс. Это какое-то просто колесо фортуны сегодня у меня. Но... Давай посмотрим, я тебе там дальше приготовил колесо фортуны. Но пускай это будет Фаррелл. Но я не буду врать, я отгадаю. Пусть это будет, если будет неправильно, значит, я не прав. Ну, отгадал, значит, хорошо. Ты желание исполняешь мое. Да, я не хочу исполнять его желание, если честно. Пусть это будет Фаррелл. Фаррелл? Да. Ты уверен, бро? Это правильный ответ. Красавчик. Уильямс, у него же все время вот эти вот обезьянки мелькают в этом. Фаррелл Уильямс — окончательный ответ. Ну, ты даже не будешь с ней совещаться, я уверен. Думала, да. я не разбираюсь. Я считаю, что Фаррелл Уильямс. Пусть будет. Фаррелл Уильямс — это правильный ответ. Фаррелл? Фаррелл? Да. Я ей даже вопроса не зачитал, ответа не зачитал. Она просто сразу же сказала Фаррелл. You're right, baby. Oh. Again. Итак, Данчик, с каким не менее популярным брендом для путешествий Supreme в коллаборации выпустили те красные хайповые чемоданы? Ты понял, о чем идет речь сейчас? Ну да, конечно. Представил картинку. Rimowa, Cat, Dickies, Timberland. I think it's the first Rimowa. I know it's that. It's that. That's You're right. It. Again. Already here. Rimowa. Чемоданы? Rimowa. Rimowa. Да. Вот так молодежь просто раздавливает. Тех, кто постарше. Постарше уже не шарит, молодежь все всекает. Это правильный ответ, бро? Ладно, я думаю, снова ответ под номером один. Была бы не была. Римова. Фартовый типсон. Да. Ну, это реально дичь. Ты как бы... Красиво звучит. Три последних вопроса, просто тебе фарт лютый. То есть ты поняла, про какие чемоданы речь идет? Такие, ну, конечно, Supreme, видела? Да. Кто их выпустил? Римова. Что ж такое-то, пиздец, она все отгадывает. Я не планировал девочке вручать эти кроссы. Придется. Я, блядь, поверю своему сердцу. В 11 году я снимался для Дикисов, пусть это будет Дикис. Серьезно? Да. Да, ты что, в натуре? Ну, блядь, лучше бы ты не снимался для Дикисов. Да ничего страшного. Это Римова, бро. Римова! Они делают чисто чемоданы, как я понимаю. Да. И это типа самый люксовый чемодановский бренд. Я вот так и почему-то подумал. Ты лидируешься конкретно на чемоданах. У тебя руки потные уже? Нет, я даже не... Че врешь, дай потрогай.
У меня всегда сухие руки. Салфетка нужна. Все, давай право ей. Примова. Да. Финальный ответ. Нет, почему я все отвечаю? Пусть она тоже. Поддерживаешь? Ты согласна? Ты не согласна? Да. Нет, Римова. Римова, чемодан и Римова, да. И это правильный ответ. Тихо, да не кричи, ты нас сейчас выгонит. Что ты творишь? Принесите ей воды. Идем дальше. Подождите, этот базар. Я думаю, что надо попытаться тыкнуть пальцем в небо. У нас есть подсказка. Давай. Ребята до тебя и юзали ее. А ты можешь позвонить, у тебя же есть знакомые блогеры-шмоточники. Можешь кому-нибудь из них позвонить? Да, есть такое. Сейчас наберем. Пользоваться. Итак, мы звоним твоему другу Хайбисту, да, реселлеру? Да, да. Сейчас проверим, насколько русский ресейл жив, действительно. Лишь бы он был жив. Бля, братан, не подводи. Йоу, бро. Привет. Здорово. Короче, я сейчас в небольшой такой викторинчике участвую. Тут такой вопрос, типа, с кем Supreme делал коллаборацию на чемоданы? Вот. Там типа Кэт, Римова, потом Timberland. Римова? 100%. Все, братан, я тебе отвечу. Огромный респект. Римова. А ты ему прям так доверяешь? Конечно. То есть вообще реально нет сомнений, он никогда не ошибется. Ну, насчет никогда не ошибется, не знаю, но вот тут он точно не ошибается, это Римова. Кому принадлежит фраза, ставшая вирусным мемом в Штатах? Эй, зачем тебе гараж на 12 машин, если у тебя только 6 тачек? Drake, 21 Savage, 50 Cent, Mac Miller. Потому что у меня уже 20. 21 Savage. 21. А? 21. Уверена? Надеюсь. Да? Скажи, что да. Пожалуйста. Да! Да! 21 дикарь. Па-па-па! Сделай так. Что за скромный выстрел? Пау-пау-пау. Damn, son. Блин, на мой взгляд, ну я просто очень жестко задрачиваюсь по текстам. Я реально как бы изи бы ответил на этот вопрос. Друзья, ну как бы... Братан, знаешь, почему ты ответил бы изи на этот вопрос? Братан, потому что ты сидишь в изи. Короче, пусть это будет 21 Savage. Блять, и ты попадаешь. Чё? Да ты реально все, что я угадал. Да. Допустим, Дрейк. То есть самый популярный артист в мире на данный момент, у него всего лишь будет 6 машин. Really, nigga? Ух! Саваш. Ну пусть Саваш. Будет, ну пусть будет. Ну хоть утешительный приз нам дадите, ну хоть утешительный, мы же с вами второй раз. Мы с вами второй раз, мы получше, чем в прошлый раз. Это правильный ответ, мы идем дальше. Possibly 21 Savage. Yeah, you're right. No way. Yeah, you are right. Отлично. How do you say this? Отлично. Отлично. Ага. Поехали дальше. Дальше. Малыши. Малыши. Oops. Fucking it up. My bad. Откуда у 21 Savage была взята идея для татуировки кинжала на лбу? В детстве он очень любил мультики про Аладдина. 21 фанат игры «Принц Персии». Это знак его гангстерской банды в Атланте. Или из фильма «Лицо со шрамом». Пожалуйста, четвертым вариантом пусть, пожалуй, будет. Это будет «Лицо со шрамом». Пусть так будет. Бро, ты был на волоске. Четко? Четко. Отбей. Ну, честно, я был уверен, что ты более изи пролетишь. Из фильма «Лицо со шрамом». Почему ты так уверен? Просто шарю в рэпе, видосики смотрю. Ты они набили дальше? С братом одинаковые татухи. Брат что, умер, да, его? Застрелили? Rest in peace. Мы одну статью, походу, с тобой читали. Фанаты игры «Принц Персия», может быть. Ты играла в «Принц Персия»? На телефоне была же такая фигня. Была фигня. Вот, да, да, конечно. Все играли. 21 тоже, наверное, играл на телефоне. Ну да, «Принц да, Персия». Да, по-любому вот. В школе. Are you sure about that? Да. Сидел. I don't think he was in a gang. Was he in a gang? Game? Gang. Gang? Gang. You think so?
No. It's from the Scarface movie. Seriously, from the movie? Part of the movie was that? It's Tony Montana's tattoo. Oh my gosh! Самая крутая часть GTA-шки? Нет. И самое крутое дополнение? Нет. Это Bullet of a Gay Tony. Так что доверимся этой херне. Это очень сложная логическая цепочка. Что, блин, цепочка логическая. Реально логическая, я запутался нахуй. Ну я вот, чтобы тебя запутать, и это был правильный ответ. Какой? Чтоб ты сам запутался. Ну так, а такого нет варианта, братан. Ну, лицо со шрамом. Ну давай, погнали. Все. Погнали, четвертый. Четвертый. Сука, это правильный ответ. Твои логические дебри завели тебя реально туда, куда надо. Ну так что? Ну я считаю предпоследний. Ну почему? Меня смущает слово Атланта. Атланта. Предпоследний вариант. Ну, это финальный. I think so. До свидания, девушка. Вы просрали. Да, это было лицо со шрамом. Так и знала, так и знала. Я тоже так и думала, блин. Что вы сейчас чувствуете? Разочарование в этой игре. У нас нет лица со шрамом. Мы фильм не посмотрели. Да, мне случилось. Спасибо за участие, отбейте петюльки. Предпоследний вопрос. Поднапряги сейчас. Затяни юбочку и поехали. Креативным директором какого бренда стал Лил Яти? Стуси, Круксен Каслс, Хаф, Наутика. Не знаю, а есть опция какая-нибудь по звонок другу? Давай, только это будет не звонок другу, это будет звонок училки. Да. Алло, здравствуйте, Кристина Сергеевна. Здравствуйте, что нужно? А, можете ответить, рэпер Лил Яти является генеральным директором какой фирмы? Стуси, Крукс энд Каслс, Хаф или Натика? Я не знаю, Егор, честно. Ладно, извините, я, пожалуйста. Я гуманитарий. Ну, давайте номер два пускай. Крукс энд Каслс? Давайте, да. Глаза забегают. Да, ты нервничаешь, да? Я хочу все эти педали. А у тебя есть какие-нибудь вообще языки? Языков нет. Нету. Ну и не будет, брат, потому что это... Все, короче, братан, пусть будет Натика. Нет, братан, ты проебал. Натыри. Шучу. Сука, потом, пиздец. Натика. Это прям, да, Натика 100%. У них еще и последний дроп был дико цветастый. Там, короче, шорты, треники, синий, зеленый, оранжевый. Это голова выглядел я тебе. Примерно. Она красно-розовая. Там такого не было. Нарка. Натика. Yes. Последняя. Натика. Натика? Да. Ну да, скажи, что да. Просто вот. Это пиздец. Что за хуйня? Ну, давай. Как называется столица Австралии? Канберра, Сидней, Мельбурн, Брисбен. А это тут вообще, блядь, при чем? А вот географию надо было учить. Как у тебя в школе звали училку, помнишь? Да. Как? Тамара Сергеевна, охрененная, кстати. Я из-за нее поступил на бюджет в университет. Тамара Сергеевна, респект вам. Сидней. Нони! Это великий дебют! Ты че? Географию в школе не учила. Чувствуешь, да, тут? Ну, типа, блин. Подковырочку. Сука, либо это двойная подковырочка. It's Sydney. 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 No, it's a Canberra. Are you serious? Yes. No way. Oh, shit. Она слетела на последнем вопросе, друзья. Вот так вот получается. Она была так близка к этим изис. Что ты чувствуешь? What are you feeling now? I'm feeling fucking tears. Give me a high five. I tried. Yeah. Я очень тебе буду благодарен, если ты мне поможешь. Столица Австралии. Можно сказать, что в галерее в Adidas Originals симпатичные девушки. Не отсюда. Ну ты из Казахстана. Канберра, Сидней, Мельбурн. Все, камон. Нет, ребята, это для тебя география, а для меня это целая жизнь. А для него это проебы были. Хорошо, смотрите, если сейчас она писала за тебя, да. Она писала за тебя, пусть до конца его разрулит. Финальный вопрос. Продолжи фразу, малышка, продолжи фразу, если шаришь за true рэп русский. Бум, бум, ту-ту-ту. Кра! Красава. В смысле? Смотри, я сейчас начну фразу, а ты ее продолжишь. Если ты ее грамотно, правильно продолжаешь, то ты забираешь эти педали. Uh-huh. И даже сиськи не показываешь. Uh-huh. Если неправильно отвечаешь, то показываешь сиськи и забираешь педали. Договор? Давай. Да, да, да. Поехали. Продолжи фразу.
Бум, бум, ту-ту-ту. Я ее ебу. Рядышком, ну. Ра. Бум, бум, ту-ту-ту. Блядь, Даша, ну не такой звук. Нормально. Была близка, спасибо тебе. Давай обнимемся. А ими можно боксировать, можно? Так, вон пошел. Опять мои логические цепочки заводят меня, знаешь, к чему? Что это первый ответ, потому что есть охеренный танец капуэйра, но это африканский. Но если я выиграю, ну ты просто обязан его станцевать от радости, братан. То есть ты реально думаешь, что столица Австралии – это Кранбера? Да, потому что я хочу увидеть твою капуэйру, братан. А нет, давай напоследок, знаешь что? Продолжи фразу. Пум-пум, ту-ту-ту, гра. Поздравляю, эти кроссы могут быть твои, но ты выполнишь одно мое желание. Ты готов на эту авантюру? Братан, не при всех. Мне кажется, даже идея с геем будет поприкольней. Давай ты звонишь мамке и говоришь, что, мам, я должен тебе признаться, я гей. Не мамке, а маме. Маме. Но я позвоню. Да? Да. Ты реально готов? А чем, зачем мне правду говорить вообще, в принципе? Шучу. Бля, ну погнали, поехали. Вот, смотрите, он звонит действительно маме. А, давай. Алло, алло. Алло, мам, привет. Да, привет. Как там у тебя вообще все дела? Так, ну нормально, я тут вот езжу на экскурсии. А помнишь, я тоже вот в Ярославль недавно, короче, ездил? Угу, да. Потом еще домой приезжал. Вот, я, да. Помнишь, говорю то, что я к Даше ездил? А, помню. Я не к Даше, короче, ездил. Вот, это... Ну, помнишь Пашу, друга моего? Угу. Такой худенький весь. Да. Ну вот, короче, с Дашей мы не встречаемся, а с Пашей да. Мам. Как это? Я в шоке. Ну, блин, ну... Бывает такое. Ну, Паша хороший на самом деле. Типа ты же его знаешь. Как такое может быть-то? Ну, короче, ну извини, но вот такое вот бывает. Я ж не просто так в Питер переехал. Ну ты там не грусти сильно, все нормально. Я ж все время таким был. Чё, ну, типа, ты же все время меня таким принимала. Я в шоке, конечно. Вот. Ну, давай тогда, это, я не знаю, там позже поговорим, конечно, я в шоке. Надо да, да, еще... давай, давай. Давай? Я да. Попозже перейду. Ладно, мам, это шутка была, мы, короче... Я не успел. Даже я вспотел, братан. Блин, ну она реально была в шоке, то есть, как бы, видно. Позвони маме, он не расстраивает. Давай, позвони, сейчас, скажи, что сейчас. Это шутка, потому что... Все, ты не мой сын. Алло, алло, мам, слушай, это шутка была, все нормально. Мы тут видос записываем для канала. Вот Вань, Вань, поздоровайся. Здравствуйте, да, это действительно шутка. Вот. Он проиграл желание просто. Вот, все нормально, у меня сейчас на блокировке телефона самая сладкая. Все нормально, он традиционной ориентации. Да, у меня самая сладкая девочка на обоих стоит, так что все хорошо, не переживай. Что говорят мальчики, да? Братан, красавчик, я поздравляю тебя, эти языки твои. Вот, вот эти вот языки твои. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте лайк под этим видео. Напишите в комментариях. Участвуйте в конкурсе. Предлагайте свои варианты для розыгрышей, для пранков победителей. Ну, а с вами был Хэйвэн, канал Чё Почём. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подпишитесь на инстик Тёмыча. Тёмыч тоже снимает видосы про шмотки. Обязательно поддержите лайками, чтобы этот ролик собрал много-много лайков. И тогда мы продолжим эту рубрику. Все, Чё Почём на связи, мода улиц, экшен, Хэйвэн канал Чё Почём, погнали! Даже если нет кэша, мой лук фэш, Чё Почём на связи, мода улиц, экшен.